Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Все больше поступает информации, что Залужного сняли, потому что он хотел переметнуться на нашу сторону. Так ли это? Слышали вы что-то об этом? Ну, это лишний раз подтверждает тот простой тезис, что в вооруженных силах Украины, в украинской элите, созревает, а может, уже созрело, сообщество людей, которые поняли одну простую истину. У них перспектив в западном векторе нет никаких. У них и у Украины. И для того, чтобы им и украинцам выжить, просто физически выжить, им нужно переходить под контроль России. Причем не просто переходить под контроль России в виде там дружественного государства, а переходить под полный политический контроль России с утратой украинского суверенитета. Потому что только в этом случае Россия берет на себя обязанность, естественно, в этом случае, восстановить Украину. И только в этом случае все долги, которые Украина насобирала за прошедшие годы, будут естественным образом аннулированы. По одной простой причине. Потому что если Украина входит в состав России, то она как субъект исчезает из пространства. И, естественно, все эти долги не на кого вешать. Но не будет же Запад претендовать, требовать от России платить украинские долги, если эти долги Украина набрала для войны с Россией. А Запад им давал эти долги для войны с Россией. Ну да. Это запредельное хамство. Вот. Поэтому Залужный – один из ярких таких фигур. Что достоверно известно о Залужном? Вот достоверно известно о Залужном из открытых источников, причем из источников 23-го года еще, когда шел, проваливалось вот это наступление ВСУ, летнее наступление ВСУ 23-го года. Что Залужный категорически не соглашался с рекомендациями натовцев, действовал по своему усмотрению, не просто не слушал их, он их не выполнял их прямые приказы. То есть он вышел из-под контроля натовских специалистов. Он противопоставил себя натовскому руководству. Ни много ни мало. А куда ему дальше деваться, если он противопоставил себя натовскому руководству и американскому в том числе? На кого ему ориентироваться остается? Далее, он пошел в политику в этом контексте. Он активно выступал в средствах массовой информации. Какая это может быть политика у него, если он вошел в конфликт с натовцами и с американцами? Естественно, эта политика может быть отнюдь не проамериканская и не пронатовская. Если бы это было проамериканская и пронатовская, он бы просто выполнял волю своих западных хозяев. Он не хотел быть безмолвным рабом у натовских хозяев. То есть он однозначно по тем данным, которые есть, у него другого варианта, кроме как ориентироваться на Россию, просто не было. И поэтому разговор о том, что он мог ориентироваться на Россию и готовил в этом контексте военный переворот, соответствует действительности. Но кроме этого, надо иметь в виду еще одно. Интересное высказывание позволял себе и Буданов, который заявил, что Украина однажды, заявил, что Украина исчерпала свой потенциал, она не может сопротивляться России. Это очень серьезный был удар. Обратите интересный момент. Ракетами-то швыряются. Вот, но терактов, таких, которые были там еще в 23-22 году со стороны ГУР, Главного управления разведки, уже вроде как не просматривается. И Буданов как-то исчез с горизонта. С выступлениями, что каких-то жестких его выступлений тоже нету. Поэтому я не исключаю, что Баданов тоже в этом смысле работает. Все эти люди отчетливо понимают, что если они, совершив переворот, уничтоживши всех нациков и всех англичан с американцами и прочих натовцев, которые имеются на Украине, а они это будут вынуждены сделать, потому что они просто слишком много знают, просто их всех уничтоживши, и потом попросившись в состав России, то они моментально становятся национальными героями не только Украины, но и России. Им прощается все, все их предыдущие грехи. Как мы простили грехи чехам, которые обеспечили производство 30% гитлеровской боевой техники? Как мы простили румынам все их преступления на нашей территории? Как мы простили тем же немцам, ГДРовцам, то, что там делалось в нашей стране, мы продолжали им помогать? Как мы того же самого Богдана Хмельницкого, который совместно с ляхами в свое время, ну не он сам, его там, сказать, казаки вместе с ляхами ходили в смутное время на Россию. Мы все это простили. Когда они вошли в наш состав? И это простим сейчас. Он командующий, и у него хороший пример есть у Залужного. Бывший командующий, главнокомандующий украинским флотом, он стал заместителем командующего
Тихоокеанским флотом России после 2014 года, когда он перешел на сторону России. Так что примеров достаточно. Вот. Показательно, что в составе России действует батальон ВСУшников, состоящий из пленных ВСУшников, которые воюют и гибнут на стороне России уже. Уже гибнут, тоже есть погибшие. Там, то есть они сражаются по-настоящему. О чем это говорит? Что на Украине зреет вот этот вот слой, который готов на это пойти. И который сейчас, очевидно, через... Как в свое время генерал Вольф находил контакты с американцами для того, чтобы договориться о, так сказать, сдаче немецких войск в тех или иных местах. Я не знаю, я информации не владею такой. Это закрытая очень информация. Но у меня такое есть ощущение, что что-то есть. Я не говорю конкретно про Залужного, хотя я не исключаю. Я не говорю про других каких-то деятелей, что они есть. Но, понимаете, в свое время ведь расчет был какой, что... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.